Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено фанатам хоккейного «Спартака», в общем-то, и фанатам пиццы. Значит, что хотелось бы сказать. В этом году «Доминос Пицца» является спонсором хоккейной команды «Спартак Москва». И в случае победы «Спартака» в течение суток на сайте ХК «Спартак Москва» ВКонтакте опубликовывается код, который дает право 50% скидки на весь заказ в течение суток после победы. Вот это очень важно. В течение суток после победы. Вот «Спартак» одержал очередную победу. Он вчера примерно сутки, чуть меньше, мы заказали по коду две вот такие большие пиццы. Значит, открываю, вам показываю. Это три мяса, 33 сантиметров, это самая большая, с классическим тестом. Вот она как выглядит. Но думаю, будет вкусно. И вторая пицца, это 4 сыра, наш любимый, мы уже пробовали. Вот. Тоже 33 сантиметра, большая, но тонкое тесто. Здесь тонкое тесто, здесь считается как бы толстое. Вот. Сумма заказа 780 рублей за две большие пиццы. Но это с учетом 50% скидки. Так бы было 1559, по-моему. В общем, что, очень рады. Пользуйтесь такой акцией, даже если вы и не болеете за «Спартак». Но лучше и болеть за «Спартак», и пиццу есть дешевле. Ну, всем приятного аппетита. Да, и еще забыл очень важную вещь. У «Доминос Пицца» существует такая фишка. Если в течение 30 минут вам пицца не доставлена, то вам дается карточка на бесплатную среднюю любую пиццу. То есть приехала пицца не за 30 минут, не за 20, а за 31. Все, с них средняя бесплатно пицца. Вот такая вещь, тоже очень хорошая и, собственно, всем пригодится. Все, пока.